в 6 часов я жду вас на церемонию зажжения новогодней елки. Нас ждет встреча с хранителями традиций города Котласа, а именно царицей Клюквой, котом Ласковым и Котласией. Также к нам в гости приедет матушка Зима со своей свитой. Не один приедет в Котлас и главный волшебник Дед Мороз. Помимо внучки Снегурочки, его будет сопровождать свита из снеговиков и других сказочных героев. Кульминацией праздника станет зажжение огней на главной городской елке. А затем всех ждут традиционные хороводы, игры и конкурсы.